Здорово, всем с вами Антон 99, и в этом видео я вам хочу показать свою базу, которая называется Бандит Клан Антона 99, то есть Коба 99. Это я. Давайте сначала я вам ее всю покажу, да? Вот, то есть вот там вот спаун. Где все написано, я все объяснял уже вам. Если не смотрели никто видео, вот такой спаун. Он еще, кстати, переделал. Здесь табличку надо добавить. Создавай клан. Так. Ну, здесь магазин, но здесь вы не сможете открыть сундук, он заприлачен. Это я потом найму кого-нибудь, чтобы он был. Фиг знает. В общем, я хочу сказать, что сейчас давайте сначала осмотрим базу, да? Потом у меня одна важная новость. Кстати, вот сюда входим, поднимаемся по лестнице. Ты ему на крыше и так со всех четырех сторон. Вот так вот, и тут. Блять, стояли сундуки. Но их уже кто-то спиздил. Луки, стрелы. Я отстреливаться, то есть так. Фу. Земель у меня 46, сила 67, максимальная сила 80. Так. Вот клан. Здесь будет типа склад. Здесь спальня и бассейн. Тут комната отдыха, в общем. Да ёб твою мать. Поднимаемся на второй этаж. Здесь пока что просто стол зачарования и все. Да ёбаный, извините. Но здесь есть небольшой проходик, куда мы сможем подняться на крышу, опять же. Или вот здесь вот пройтись под ступеньками. И кто был в Финляндии, это называется чум, где финцы греются. Ну вот я немного такой финский стиль решил сделать. И мне кажется, не хреново получилось. Я не знаю, как вам. И что я хочу сказать? Сейчас. Смотрите, я на ваших глазах собственных сейчас создам новую фракцию, новый клан, который будет называться подписчики. Блять. Раз, три. Сука. Окей, фанат. Сейчас я все на ваших глазах прямо сделаю. Фанат розетки ТВ. Опа. Все. Теперь каждый человек сможет вступать во фракцию фанаты, если ему впадло создавать свою фракцию. Я же не могу банить за то, что человек не хочет просто создавать свой клан. Так ведь? Поэтому я и решил сделать. Пусть
Пусть он вступит хотя бы в один клан. Пока-то тут, естественно, один человек. Создавать клан. Пиши F join. Блять. Фанат. Все. А, ну и... Да ёпта, тебя и лагает вообще. Ну и на этом все. Я периодически буду... Ну, когда я буду снимать сериалы про гильдию, да? А, я буду в этом клане. А когда не буду снимать сериалы про гильдию, то я буду в клане фанаты. Мне очень интересно, что могут... сделать большая часть моих подписчиков, да, в этом плане. Потому что все вообще не хотят создавать его, этот клан. Так, все. Тут, кстати, деревня, смотрите, сейчас я вам прикол покажу. Два дома, блин. Вообще, они, наверное, уже... Как вообще игроки-то... Не дошли до нее тут идти-то, блин. О, смотрите, кто-то что-то строил. Спизди железо. А, это я поставил, да, тут было. Были железные блоки, и уже кто-то украл. Так. Ну и, наверное, я потихоньку начну строить крепость, замок для клана фанаты. То есть для нашего с вами клана, дорогие друзья. Но я не буду, не посоветовавшись с вами. Короче, заходите на сервер. Будем вместе строить. То есть мой скайп в описании ниже. Кто построит клан, тому я дам креативку на 2 часа на сервер. Ну ладно, на день, хорошо. Кто вот, если один кто-нибудь будет строить, то тогда да. Хотя не, нихуя. Лучше, чтобы строили вместе, да. Ну все, тогда без призов. Зато теперь вам скайп мой будет известен. Но я вас не сразу добавлю, я, конечно, скажу, что зачем добавили. И вы пишите. Ну, вот там вот, здравствуйте. Я вас хочу добавить, то-то. Там, с уважением, там, Ян, допустим, да, блядь, вчера добавился какой-то 3 раза. А вы пишите с уважением, там, Ян, да, допустим, и в скобках пишите клан. И все, и тогда я вас точно без вопросов добавлю. Ну и на этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон99. Что? Охуенно. Подписывайтесь на новое видео. До свидания. И заходите на сервер строить клан наш с вами теперь.